Не знаю, получится до конца сделать или нет, что из этого выйдет, но нужно снять вот эту вот плашку. Загнал нитку. Чуть-чуть погрели и погнали. Делаем уголок и начинаем тянуть нитку. Идет вообще туго. Так. Вот и приподняли. Надо будет зачистить и обезжирить перед тем, как заново клеить. А здесь нужно будет убрать клеевой слой вот этот. И найти место, где нет контакта. Интересно, какое у нее сопротивление. Сейчас померяем. Вообще ничего не показывает. Значит, где-то разрыв есть. Искать надо будет под микроскопом. Это дело и смыть вот эту вот этот двухсторонний скотч, который здесь. Возьмем удалитель скотча и попробуем им размочить.
А потом под микроскопом посмотрим, где же именно повреждение. Прям таким толстым слоем скатывается. Зеркало от Volvo. Где не работает подогрев. Антискотч. И начинаем с... размягчаем ее и начинаем снимать. Свисает довольно-таки хорошо. Желюха желейная. Так, ну тут уже чистая.
Ну и почистив само зеркало. Итак, к сожалению, родные спасти не удалось, так как здесь на самом контакте произошел обрыв. Заказали вазовские, ну тоже типа аналог. Как обычно, производство Шэньчжэнь, скорее всего. Что касается размера. Вот так вот они выглядят. Контактная база. Здесь тоже. Вот это у нас оригинал. Чуть-чуть меньше, но полезной площади максимально много. Теперь по сопротивлению. Самые интересные, то что здесь у нас получается 7 Ом. Железо бетонно. На втором все меди. Контакты совершенно другого типа. Они поуже. Ну, я думаю, особо это не повлияет. Будем клеить. Так, пока в сторону. На остатке двустороннего скотча все-таки прилипло. Ничего, сейчас зачистим. И очень вкусный эти скотч. Теперь все безобразие убираем.
будущих клеем. Теперь можно протереть уже спиртом. Убрать остатки и обезжирить поверхность. Теперь нужно подобрать. Вот так вот она у нас стояла. Так. Вот так, я думаю, будет самый оптимальный вариант. Ну и теперь ее надо прижать. Чуть-чуть подрезать придется под клеммы. Ну, так, в принципе, все. Так. Вот здесь вот подрежем. Ну, вот и все. Зеркало готово. Спозиционировали. Здесь немножечко пропилил. Так что контакты теперь будут тут. Подберу пару клем, второе, если что, положить для второго зеркала, вдруг когда-нибудь понадобится, и можно отправлять. Так. Положим пупырку. Вторую штуку. Ну все, можно отправлять.